Грамадска-патриотичная акция «Моей краине 2017» протягивает 6 по районных центрах Гомельской области. Причем ни у одном городе она не подобная на иншие. У каждого свои особливости. У минулую субботу святочную эстафету приняли у Калинковичах. За ходом акции назирала Ганна Корольчук. У Калинковичах проведение акции «Моей краине» супало с днем семьи, кохания и верности. Это свято примерковано до Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских. Тому и большесть мероприятий присвячено умацаванию семейных каштовностей. Раницей от храма Казанской иконы Божьей Мати стартовал велопробег, который проводится уже у четвертый раз. 150 человек рушило колонной на керунку монастыра у Юровичах. Едем очень дружно. Кто-то едет для удовольствия вот, в этот день, кто-то едет для молитвы сугубой. Посещаем источник святым царственным сердцем. Там также совершается у нас молебен с водосвятием, крапление наших велопробегцев. Также мы приезжаем в монастырь, нас там встречает игумен Аксентий, наместник нашего монастыря. Совершается молебен чудотворной иконе Божьей Матери Юрьевичской. Беседа очень интересная, чаепитие, экскурсия. Свято протягнул показ мультфильма «Сказ про Петра и Февронию». Далее эстафету принял городский парк культуры и отпочинку. Тут разгорнулись интерактивные пляцовки, выставы и майстер-классы. Одночасово отбылся финал районного спортивного споборництва сярод команд сельских советов «Здоровый я, здоровая краина». Штогод супрацовники сельгаспредприемства, лясництва, школ, коммунальных господарок споборничают за право представлять свой сельсовет на районном конкурсе. А это не простая задача. Полоса перешкод сапраўды спартанская. Откуда раньше росли спортсмены? Крепкие. Александр Медведь, много фамилий могу назвать. Конечно, из деревни. Вот. И сегодня много наших деревенских в городах, но все равно они из деревни. И они сегодня становятся чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Ну а задача наша, нашей местной власти, это чтобы люди занимались физкультурой. Еще один районный конкурс накерованы на поддержку шлюбу и семьи. Тата, мама, я, моей краины, дружная семья, объединял 4 команды. Для семьи отчек удел у конкурсах уже стал традицией. Они представляли свой район на областном и республиканском уровнях. Набывши опыт уделу, и сами стали организовывать подобные споборництвы для калинковицких семьев. Кажут, тут справа совсем не у титулах. Это выдатное и корыстное бавление часу. Участвовали мама, папа, я. Здоровая семья, здоровая. Вот, а футбольная семья на области мы заняли второе место в этом году. Сегодня мы будем вот участвовать здесь в дружной семье, да, а завтра у нас семейный турнир по лазертаку. Семья – это основа вообще не только здорового образа жизни, вообще существования. Чем больше вместе, тем здоровье лучше мы растем и понимаем друг друга во всяком случае. Акция «Моей краине» разнобоковая и предугледживает самые разные мероприемства. От показа модели одения до показательных выступлений воротовальников. У каждого района своя программа, але одна задача – притягнуть насельництво до реализации корыстных справ. Завершилась акция великим концертом творчих коллективов региона. Ганна Корольчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» з Калинковичів.